Всем привет, с вами Артур. Продолжаем проходить Kingdom of Amalur, Reckoning и... куда мы тут движемся? Куда-то сюда. В общем, посмотрим, что тут есть. В прошлой части так и не добежали, так как получили левел. Какая сила у них. Ну и все, вроде бандиты мертвы. Так, что это такое? Большой меч из железа. Богард. Два богарда, а что они так выглядят странно? А, это разносчик чумы. Ну что ж, пойдем вглубь. Тут у нас какая-то пещера отмечена. Правда, она где-то там. Так, тут можно спрыгнуть туда, где мы уже были. Ну, не совсем были. Я думаю, надеюсь, мы наконец-то соединим какие-нибудь локации. Ух ты, тут почему-то много белых точек. Возможно, какие-то задания. Да. Give me a moment. Suddenly very dizzy. Aside from the boggarts and blood plague. Look, you should turn around and go. Go somewhere safe. This is no place for visitors right now. Kester Barclay would know far better than me. He's in the town square. Go and ask him yourself. Как-то он не особо протестовал, чтобы я остался. In the town square. Talk to him. Take care. Take care. Окей, так. Блин, это еще один городок. Угу. Что это? Три книги. Нет, две книги. И заданица, заданица. Ладно, сбегаем за книгой. Меня всегда пугают эти города, слишком много народа. Но они, кстати, не очень... О, это целая пещера, ну да. А тут что у нас? Кладбище. А на кладбище у нас надгробные плиты. Сундучок. Слышу, похоже, богартов. Это вино? Интересная бутылка. Ох, ладно. Сначала в пещеру, тогда уж. Ну, я опять же думаю, она не особо длинная. Взял книгу и назад побежал. Опа! Как это было непредсказуемо. Ого.
небольшая зачистка прошла успешно. Там еще, конечно, есть. Но это не страшно. Как всегда, взламывать надо сундуки. Блин, 9 отмычек маловато. 8. Ну, возьму уж мантию, раз ничего нет, а отмычку потерял. Надо было подкрасться к ним и выносить. Да, они сильные. Со спины они получают больше урон. Логично. Возможно, это та книга, которая нам нужна была, но может и нет. Ну, я вышел. Правда, не знаю где. А книжка-то все еще там, или нет? Так, значит, я насквозь прошел. Где я был? Тут? Нет. Тут. А, нет, вот эта хижина, а мы были... Почему черным все отмечено? Уже открыли тут пещеры. Ладно, пойду назад, не хочу тут носиться. Может, и враги восстановятся. Хотя, нет, не восстановятся. Хоть что-то радует. Честно, если бы мы прочитали алхимию, она нам немножко подняла бы скилл. По идее, сомнительно. Кач судьбы, вернуть книгу. Ну, можно сделать такой круг. Тут у нас богарты, наверное. Ага. Надо их первым делом выносить. Зажались. Интересно, к чему это было? Я ж не огнем их бью. Ну, возможно, это все же идет по кругу, и это радует. Ладно, зайдем в домик. Есть у нас тут книга. По идее. О. Привет. Welcome. I am Luminitsa. Is it for fate weaving that you have come to my lonely side of the lake? Вряд ли. Farewell.
О, их 10 штук. Нифигово. Ладно, пойду отсюда. Не хочу сильно красть тут много. На, 10 книг будет непросто найти. Хотя... Они тут везде разбросаны, по идее. Вот, например, что у нас тут? Кинжал. Мне не особо нужен кинжал, поэтому это место я пока оставлю нетронутым. Можно зайти в эту пещеру, наверное. Это не пещера. Ой! Just what do you think you're doing poking around this jail? Ага, еще одна тюрьма. И дверь закрыта, конечно же. Но мы можем ее взломать. Но и смысла в этом нету. Вау. Поджарил Мишку критом. И нашелся еще один камень. Давно их не находил. The tendrils of thoughts twist to the soul. As the fire renews the field, the birthing labors produce the foal. As the mantis climbs to his mate, the heart outstretched to her fair hand. As the hunter kills its prey, beside this hill he crafts from sand. Тоже мы тут нашли, интересно. Какой-то... Если я тут спрыгну, я уже где-то тут только выйду. Хотя это, по идее, окей, мы просто делаем такой кружок. Ну ладно, попробуем. Я думал, разобьется. О, вот это уже интересно. Вероломные сапоги и какой-то скелет. Неплохо он тут так умер. Разложился, свечи бесконечно горящие. Так, ну, надо валить отсюда. О, нет. Нежданчик. А я справлюсь тут со всеми. Но выбора у меня нету. А, вот почему у меня такой урон галип. Надо чинить было. По одному наношу урон. Ладно, сменю пока просто. Есть какое-нибудь оружие? Или может как-то починить можно? Давай ворованным мечом подеремся. А, это я сменил. Ох, оружие. Ну ладно. Так, это мне нифига не нужно. И это мне, пожалуй, тоже, наверное, не нужно. Упс. Нежданчик.
Ну, надеюсь, я выйду там, где думаю. Да, все отлично. Ну и опять же попадаем, почти попадаем в город их. Так, что это такое? Ладно, зайду в город и подчинюсь. Надеюсь, это не будет стоить целого состояния. Ну и заданица можно захватить. Что у нас тут? I'm sorry, but I'm simply out of Plague Shield. There's nothing I can do for you or anyone else till I have it. Blasted Blood Plague. It treats the Blood Plague, which almost all of Dydenhill's sick with just now. Brother Fallon should have come with more. Can't think where he is. Good, because the whole village needs that Plague Shield. Never mind what happened to that old oaf. I need the medicine. 3 parcels at least. Go up the road through Glendora Wood that leads to the mission. Bring the Plague Shield yourself if you must. On with you. Get. Oh, shit, okay. This is Dydenhill Village, traveler. Yes? By Mithalru, what is it you... Oh, hello. Did Thaddeus send you? Kester Barclay, my apologies. I don't mean to be rude. This crisis has me a bit on edge. Yes, that's it. Did Thaddeus tell you? The Boggarts carry it in their venom, and they're spreading it everywhere. Normally, the things keep to themselves. Looks like some Jotun got into their lair, though. Force the Boggarts out. You're either brave or a fool. But if you could kill the Jotun, perhaps the Boggarts would leave us alone. All right. Travel north to the Boggart's lair in Coilsbane and clear out their cave. Вроде все просто. Так, где же тут кузнец? По-моему, вот это. Perhaps there's some hope. Не знаю, как он чинит, правда, но сейчас, наверное, узнаю. Looking for a blacksmith. Forgive me. Blood plague, you know. Достаточно недорого. Так, до свидания. Снаряжение, оружие основное. Похоже, тут все от чумы умирают, но... Так, что с кристаллами? Посмотрим. Плюс 5 сопротивления огню, 1 ячейка. В общем-то, я понял, как вставлять, но смысла в этом нету. Как мне кажется, этот амулет или что это крайне галимый, и тратить в него камень смысла нету. С другой стороны, можно было бы. Так, селянин, нам надо с ним поговорить. Step carefully in the forest. По-моему, он в здании. Another, is it? Warsworn work? Good. The gold's run low and my mother's not doing so well. To the Warden's bridge it is.
Aye, the one smack in the heart of Lorcaraine. Go north of here, then east. Farewell, mother. I won't be long. Ну, у нас опять куча заданий, похоже. И много неоткрытых локаций. Посмотрим. Вот, пещеру нам надо зачистить. И доложить на сторожевой мост. А это что? Ну вот, можно найти еще брата. Он достаточно недалеко. А книга это нас перенесет туда, так что пока в этом смысла нету. Хотя вот это тоже, наверное, нас к кинжалу приведет. Но я не хотел туда идти. Ладно, двигаемся тогда сюда, к бандиту Красного Легиона. Надеюсь, я найду путь. In the forest. Как-то на меня их яд не действует. Посох ученика, а вот отмычки это здорово. Неплохо с них падает золотишко. Ты-то мне и нужен, да? То есть мне еще собирать щит. Что ж, придется побегать и поискать куски. О! Так, где у нас могут быть эти куски щита? Мы были в этой пещере, в бездне кровавой яшмы или нет? Но в любом случае мы можем там щит достать. Ладно, побежим. Заодно и проверим пещеру. Поэтому я сразу и захожу в каждую пещеру, которую нахожу, чтобы потом не думать, был я там или нет. И фиг знает, был я тут или... Куда побежал? Засаду тут залетел. Что за кошмар? Ой.
Фух, ладно, соберем золотишко. А вот чувака со щитом мы, похоже, упустили. Или он нас там будет ждать, пока мы не добежим до него. Камушек. I will never be your lover. Yet I will make a likeness of your likeness. The moonlit eyes. I found a precious path which I will give my love. Ну и отлично. Где еще кусочек щита? Тут точка пропасть должна, так. Так, ну ладно, наверное, сюда сгоняю, посмотрю, что есть. Это, наверное... Куэлсбейн. А вот и щит еще один. Да, неплохо он меня оттащил, этот чувак, бегая. Ну ладно, мы тут все равно уничтожаем бандитов, Богарта. Сейчас тут набежит толпе. А, ну вообще не такая уж и толпе. Ты кто такой, медведь? Не спи. Что за пещера тут у нас? Ладно, вперед. Ну, значит, не вперед. Отчасти я иногда даже рад, когда у меня нету ключа от чего-то. Что мы потом только туда сможем попасть. Что за путь здесь у нас? Еще охотничья яма, но другой вход, может быть, он будет открыт. Из того мы выйдем. О нет, ну хорошо, хорошо.
что ж вы всех убиваете? Отлично, я уже нашел две пары желтых ботинок. Но по идее ничего тут больше нету. Такими темпами и карту все открою. Да, очень просто. Так, ну что ж. Что у нас тут еще остается? Вот он и последний кусок щита. Сейчас мы сюда зайдем, возьмем. Плюс... Блин, проход это проход. Мне не очень нужны эти проходы. Ну ладно, в любом случае. Слишком много заколдованных сундуков. Было бы из-за чего меня проклинать. Книга навыков, это интересно. Так, похоже, проклятие у нас бесконечное. Что не может не печалить. Come for our sagecrafting. I can help with that. Anything else? Speak with Gaim. By Matharu, I am growing worried for Brother Felon. The day has come and gone, and he still has not returned. Killed? Oh dear. Well, he is with Matharu now. I hesitate to ask, but did you happen to take his prayer beads? Terrible if they were left to lie there with him. Why, yes, they are. And so he is dead then? Well, he has joined Matharu. You should know we have a tradition. Rather than bury prayer beads, they are passed on to some other believer. Tell me, do you adhere to Matharu's creed? Mm.
Mitharu is not a jealous power. You are still a child of order if you do good. Keep the beads and do as I tell you. At each mission, Odwig's, Edric's, and our own, there is a special shrine to Mitharu. Go you and pray at each one, and the power of Mitharu will grant your beads great and greater strength. Pray at the shrines of St. Edric. Mitharu watch and guide you always. Ну, здорово, здорово. Так. Кто бы мне... Ладно, надо лекаря будет найти, чтобы проклятие убрать. А все эти... святилища, они тут по пути, я думаю. Так. Так, так, так. Ну, как-то больше тут не отмечено. Святилищ. Ладно, я все равно отправляюсь сейчас в эту пещеру, посмотрим, что там. Не успел. Думаю, я тут был. Или не был? Нет, не был. Враги есть. Даже не хочу проверять, что в тайнике. Хороший лук, я думаю, можно его неплохо продать будет. Давно я синих вещей не видел. Возможно, они даже лучше фиолетовых тогда. Похоже, кто-то ко мне бежит. Как-то там было Е, по-моему, восстановление маны. Ну и все, добегались. И совсем у нас места почти нету. Надо в город возвращаться. Похоже, эта пещера ведет насквозь куда-то. О боже, сколько всякого разного барахла. Вперед!
О, у нас левел. Здорово. Заклепки, восстановление, ну и бред. Фу-фу-фу. Ладно, тут больше ничего нету, и пещера никуда не выводит. Ну ладно, уровень получили. Пока не буду распределять статы, добегу до деревни. Да, алхимика заодно и вещи продам. Но очень хочется быстрое перемещение. Хух-хух-хух-хух. Ладно. Почему там стоит Богр? Пойду убью его. Я тут хочу всех разносчиков чуму убить, хотя это наверняка невозможно, что они бесконечные. Но в любом случае тут еще какой-то молитвенник, возможно он... Нужен нам по квесту. Да и магия кончилась. Вот. Так, где же наша деревня? Тут у нас будет небольшая стычка, пока мы доберемся до этого, до этой пещеры. Ого! Напугал. Типа. Куда? Давай уже сражайся теперь. Здорово. Еще, наверное, есть. Что-то меня туда понесло. Вот маленькая зачистка. Так, и теперь все же мне нужно вернуться в деревеньку. Я, конечно, тут открою локации, чтобы не было этих черных пятен. Ну и можно какие-то задания отдать в деревне, которые мы выполнили уже. А есть они вообще? Одно тут. И больше я не вижу на самом деле. Может быть... Так, алхимический стол. Алхимический... Где-то тут он. Зал мастеров, надеюсь, алхимик тут тоже есть. Can I help you? The malicious store of potions has been used up. We lost our alchemist nearly a month ago. Now it's up to me to resupply reagents and brew the potions. Somehow. Ух ты, реагенты, это по мне. Our biggest problem is Boggart. And the best thing against them would be fire. So it's fire potions. Tinder twig and scarwood bark. They're out in Glendara Wood,
but the wood's been far too dangerous for the likes of me. You do seem the brave and heroic sort. Well, the village has a fund. Tinder twigs often in that cave-like pass south of the lake, and scarwood barks found by the ruins in northern Glendora Wood. Tinder twig, which is easiest found in Iron Passage, and scarwood bark, which is found near the ruins in northern Glendora Wood. Now this is good news indeed. Here, have this for your efforts. Я могу его, похоже, повторить, этот квест. If you're buying goods in Didenhill, it's Cora Bennick you want. What? You mean Oleander's gone and got himself killed? Я всего лишь хочу... Так. If you ask me, this one clear cause of this plague. Tinder twig, which is easiest found in Ironhold Passage. In Scarwood... fine specimens, too. Have this for your trouble. Riseburg Arms and Armors. Блэксмитинг on premise. Good then. До свидания. Welcome to our famed craft hall. If you've come to buy, you may speak with Olin or myself. Our doors are always open. When times were better, we'd hunt... The other night, three boggarts got into the village square. Ах, похоже, нету тут у нас. Что это такое? If you're buying goods in Didenhill, it's Cora Bennick you want. Tinder twig, which is easiest found in Ironhold Passage. More reagents. Good, good. Но это, похоже, бесконечно можно делать. Так что нахер, надо попробовать самому намутить себе зелье. Здорово. Но у меня пропало... Нет, не пропало. Can I help you? Can you? I don't think so. Чёртова болезнь. Угораздило же зацепить. Пойду квестом отдам. Выйти бы теперь отсюда. Где дверь? Тут должна быть. Can I help you? Ладно, пещеру зачистим, по идее тут уже делать будет нечего, и можно будет нестись в какой-нибудь другой город, где будет, где уже будет алхимик. Хотя бы та алхимичка, которой я помогал тоже с квестом. Oh, what is this town coming to? At least you have the plague shield. It will last for a while yet, at any rate. Thank you, and bless you so very, very much. If you have a need for healing, do come back. Oh, да. Да, это хорошо. Well? On your way with you. Thanks to you, I've enough plague to this place to your brother. On with you. Get. Так, ну что, прокачаем уровень. Что ж прокачать? Алхимия, торговля, взлом. Пусть будет скрытность плюс один. Так, магия у нас 6. Ловкости 7, силы 5. Вкачаю. На 2 это. И еще силу 1 что-нибудь кину.
Ну, я, наверное, прокачаю пассивную способность. И сколько там вообще надо? Я всем забываю. 10. Но это еще уровня 2-3. Ну, пусть тогда пока будет пилигрим все еще. Так, и магазин нужен, магазин. Ну ладно, я думаю, в любом случае тогда на этом закончим эту часть, я найду магазин. Потом начнем следующую часть и пойдем уже в ту пещеру. Пока, всем пока, удачи, увидимся.